По родительским чатам уже прошли сообщения, что детей будут принимать в детские сады с 27 июля или 3 августа. Но, по словам начальника управления образования Дмитрия Захарова, это фальстарт. Пока нет точной даты, когда садики полностью возобновят свою работу. Сейчас в мэрии ждут документа Роспотребнадзора о выходе республики на второй этап снятия ограничений. Между тем, детские сады должны открыться всего лишь на третьем этапе. Также в управлении образования еще не определились окончательно, будут ли спрашивать детей какие-либо справки об отсутствии COVID-19. На это тоже требуется решение Роспотребнадзора.